25 августа на плановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям была рассмотрена текущая обстановка в Десногорске и области. Так, за сутки на Смоленщине зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусом. В Десногорске новых случаев заражения не обнаружено. При этом МСЧ-135 продолжает находиться в состоянии готовности к вирусу. Возможности есть, медикаменты у нас есть, проблем в этом плане никаких нет. Сотрудники работают, круглосуточно дежурят врачи. Важной превентивной мерой остается контроль состояния граждан на рабочих местах. Особенно это относится к тем, кто прибыл из других регионов. Предлагаю усилить контроль всем, контроль за работниками, которые возвращаются с отпусков, с командировок и длительно отсутствующие вообще на работе. Новой редакцией указа губернатора области сняты ограничения с численности культурно-массовых мероприятий. Ранее предел был в 300 человек. Все остальные меры действуют до 7 сентября. У нас остаются ограничения по соблюдению социальной дистанции. Соответственно, мероприятия на открытом воздухе проводятся с расчетом 4 квадратных метра на одного человека. Ближайшее культурно-массовое мероприятие в Десногорске – это концерт «10 песен атомных городов», который пройдет 6 сентября.